Добрый день. На связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Чинган Яда Плюс 2023 года выпуска. Автомобиль в черном цвете. С бензиновым двигателем объемом 1,4 литра. 155 лошадиных сил. АКПП передний привод. Автомобиль на литых дисках. Хорошей резине. Новый автомобиль. Имеется бесключевой доступ. Повторители в зеркалах. По салону у нас кожаный салон в красивом красном цвете. Имеется панорамная крыша с люком. Камеры 360. Спорт ЭКО режима вождения. Кнопка старт-стоп. Климат-контроль. Кондиционер мультимедиа. Мультируль. Круиз-контроль. Вентиляция передних сидений. Анти-юз. Электрорегулировка зеркал. Электропривод передних сидений. 4 стеклоподъемника.